Российский Красный Крест – это старейшая благотворительная организация России. Она строит планы на будущее, сохраняя ценный опыт предшественников, стараясь облегчать проблемы людей. В день 155-летия Российского Красного Креста и 145-летия Краевого Красного Креста члены Славянского местного отделения общества вместе с сотрудниками городского дома культуры участвовали в раздаче информационных листовок славянцам и гостям города. Жители еще раз узнали о многогранной деятельности общества. Это и материальная, и моральная помощь всем нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также многодетным семьям, пожилым и одиноким людям. Участие в субботниках и донорство также в числе приоритетов работы. Я сегодня хочу всех поздравить, пользуясь случаем, поздравить всех сотрудников Красного Креста, всех волонтеров, всех, кто рядом с Красным Крестом, кто нам помогает, потому что один председатель никогда в поле не воин. Всегда есть команда, которая рядом, есть волонтеры, добровольцы, как их называют по-разному, но они богаты душой, богаты милосердием, богаты, я не знаю, состраданием, и потому мне вот легче работать. И наша команда, ну, скажем так, одна из лучших, Славянское местное отделение Российского Красного Креста, оказывается помощь многодетным, всем, кто находится в жизненной трудной ситуации. Мы иногда недооцениваем те моменты, да, мы хорошо живем, думаем, ну и все так хорошо живут. Нет, это не так. И, конечно, много у нас акций, это полка добра, когда продуктами, это вещам вторую жизнь, это когда люди привозят, приносят, у них хорошие вещи, бывают новые, бывают брендовые, а я их отдаю тем, кто не может себе позволить это купить. Указанный в листовке адрес Славянского отделения общества уже знают многие добрые люди, занимающиеся благотворительностью, те, кто может оказать посильную помощь землякам. Самых добрых слов заслуживают те, кто участвует в добровольном спасении своих ближних. Отрадно, что в обществе всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».